Всем привет! Вот такую большую стопочку я для вас подготовила. Это все, что я раскрасила за лето и за май включительно, потому что, если я не ошибаюсь, майские работы я вам не показывала. Я не буду идти в какой-то хронологии, буду прям вот все, что у меня, все, что я достала, что это блокноты я в себя-то нашла, то сейчас покажу. Эта книга ко мне как раз-таки пришла в мае. Это первая моя книга от Ханны Карлсон в иностранном издании. Наконец-то я могу нормально здесь акварелить, в общем, наслаждаться. Поэтому я вам покажу все, что у меня здесь есть на сегодняшний день. Вот, а у меня, если не ошибаюсь, около 5 иллюстраций там уже собралось. Итак, первый такой вот мышонок. Я раскрашивала акварелью, раскрашивала здесь и призмами, и дроуингами. Дроуинги вообще себе потрясающе ведут на этой бумаге. Они, в принципе, себе везде потрясающе ведут, но здесь вот особенно какой-то кайф. Долго я не сидела, я начала в мае, закончила, по-моему, в августе, если не ошибаюсь. В общем, долго она у меня шла. Ну, в принципе, почти 3 месяца я к ней не прикасалась. Такой у меня жучок, тоже акварель, дроуинги и, по-моему, если не ошибаюсь, колорсофты. Ну и, конечно, белая гелевая ручка, куда же без нее. А еще у меня здесь такой вот, не помню, как они называются. Фавн, наверное, это мое предположение. Хотела я разворотом дораскрашивать, уже почти вот осталось чуть-чуть. У меня очень часто бывает в работах, точнее в книгах Ханны, остается буквально на 10 минут работы, и все, у тебя закончен разворот. Ну вот как-то не дошло дело. Чуть-чуть осталось буквально, и будет уже прям разворот готов. По-моему, если я не ошибаюсь, это первый мой опыт раскрашивания портрета мужчины карандашами. Но это не точно, но, по-моему, первый. Никакого удовольствия я не получаю от раскрашивания портретов в книгах Ханны Карлсон, потому что приходится много чего замазывать. Я не понимаю, зачем все вот эти вот точки постоянно, что с ними делать, как вообще, я не знаю. Я вообще зарисовала ручкой. Ну, вот, гелевый. Ладно. И, по-моему, еще, да, если не ошибаюсь, у меня здесь... Это я начала на дилузе, в общем, пока не спешу заканчивать. Ну, вот такие вот у меня ребятки, ночники, не знаю, как их назвать. Вот, ну, не знаю, вначале мне очень нравилось, сейчас я смотрю через время, думаю, что-то не то. Вот. Но, тем не менее, мне очень нравится, как идет эта книжка. Не быстро, но результатом я пока довольна в ней. Следующее я хочу вам показать в кларинетовой иллюстрации. Вот такая, почти вся выполнена акварелью, чуть-чуть дорабатывала дроуингами и в некоторых местах призмами. В принципе, все. Мне очень нравятся ракушки. Вот. Получила удовольствие. Долго все это шло, как-то вместе долго идет раскрашивание. Буду показывать от таких более масштабных до аж картин по номерам. Даже такие у меня теперь имеются. Так, здесь такая девушка. Не знаю, что сказать. Нравится мне очень раскрашивать в этой книге, потому что очень быстро все идет. Мне нравится раскрашивать здесь полихромусами. Прямо кайфово. Мне понравились глаза у нее такие получились, какие-то живые. Давайте искать, что есть еще, потому что я уже даже так и не помню. Такая девушка. Русалочку мне захотелось интерпретировать, не знаю. Здесь колорсофтами, кстати, раскрашиваю кожу. Не скажу, что я прям кайфанула, но это был такой интересный опыт. А вот волосы уже полихромусами. Такая, в общем, у меня интерпретация. Такая девчонка. Не понравились мне ее волосы. Чего-то как-то у меня с черными волосами не дружу я. Вот. Но в целом какой-то глаз у нее такой получился еще интересный.
Это даже показывать не буду. Я хотела сделать такое интересное освещение, провалила идею. Что-то у меня еще было, наверное, вот это. У меня на тот момент, когда я раскрашивала, были тоже кончики покрашены в розовый. Вот, и мне захотелось точно так же, собственно, передать. У меня есть еще подобный свитер. Мне вот захотелось, наверное, себя как-то отразить в этой иллюстрации. В общем, получилось, что получилось. Ну вот. Так это все выглядит. И, наверное, здесь все. Вот, все. Надо будет еще здесь пораскрашивать, кучу еще иллюстраций. У меня был длительный отъезд. Многие знают, кто смотрит меня постоянно, что у меня был 2,5 месяца. Меня не было в городе. Я с собой взяла ограниченное количество книг. Я очень рада, что закрыла себя, скажем так, наедине вместе с этой книгой, потому что, наконец-то, она у меня продвинулась очень хорошо. И вот в таких вот условиях, кстати, вот, покажу вам, начала вот такой разворот. Вот. Когда приехала и добралась до большого количества книг, естественно, я не могу это все продолжить, потому что меня отвлекают другие книги. Вот такое вот это могло быть. Глобальный большой разворот. Ну, другие книги перетягивают на себя внимание. Так, давайте вспомним, что я здесь раскрашивала. Вот таких козлят. Очень быстрая, простая иллюстрация. Ничего такого тяжелого особенного здесь не было. Поэтому, наверное, заостряться на ней долго не будем. Вот такие оливки. Тоже не очень понравился фон, а так в целом я работаю. Наверное, это даже довольна. Как всегда, ботаника — это не моя тема. Цветы у меня как получились. Я вообще даже не хочу комментировать. Они как будто бы вырезаны из бумаги. Закончила наконец-то зайчат своих вот таких чудесных. Это не моя идея. Я раскрашивала по референсу. И, вот. И я очень рада этому, потому что всегда подчеркиваю для себя что-то новое. Вот такая вот зайчишка. Художница. Эти некоторые моменты понравились здесь, как получились. Вот. В целом, конечно, нам над освещением можно было поработать в плане такие здесь витражные окна. Я долго за эту иллюстрацию не бралась, потому что она достаточно сложная по освещению. Ну, потом рискнула, в общем, думаю, давайте представим, что здесь есть какой-то свет еще дополнительный вот с нашей стороны. Вот, и, собственно, может быть, там вообще вечер, правильно? А зачем ставить сразу крест на иллюстрации? Так, и, наверное, это все. Нет, хотела бы вам сказать, но это не все, потому что вспомнила еще об этих зайчиках. Есть процесс раскрашивания на канале, с тем, какие карандаши были использованы. Вот, поэтому, если интересно, заходите, смотрите. Вот такие вот получились ребятки. Мне не очень понравились. Опять я затормозилась с этой книгой, потому что большая конкуренция и руки до нее не доходят. А был у меня раскрашен в мирах вот такой вот чудесный динозавр. Я прям очень довольна тем, что получилось. Я не брала с собой в отъезд акварель. Я поближе покажу. Я не брала с собой акварель и купила уже, будучи там, несколько кюветов. И вот все, что у меня было, я решила впихнуть в одну иллюстрацию. И очень довольна, потому что получился, ну, такой интересный результат. Помню, чем, наверное, все-таки призмами я раскрашивала эти домики. Но где-то, по-моему, если я не ошибаюсь, помогала себе колорсофтами. Я вообще для себя открыла, что в этой книге очень хорошо ложатся колорсофты, и нужно их по полной использовать здесь. Вот. И так здесь в основном акварель, только домики я раскрашивала карандашами. И еще одна иллюстрация я полностью раскрашивала колорсофтами, даже фон, потому что мне ничего больше с собой не было. Мне вот понравилось все-таки, как они ведут себя здесь. Не получилось мне грамотно подобрать зеленый цвет, потому что я заказывала через интернет цвета. И вот с зеленым я, конечно, прогадала. Вот. В целом симпатично, наверное, все-таки надо было бы акрилом сделать черный фон, потому что, мне кажется, как-то немного она выглядит тускловато. Как-то так. В общем, в
пробка в мире. Честно говоря, я не помню, что я вам показывала и на чем я остановилась. Давайте. Точно не видели, наверное, этих китов, потому что я сама, когда приехала и в августе начала листать эту книгу, я удивилась, когда их обнаружила, потому что я просто вообще напрочь о них забыла, забыла, что я их раскрашивала. В общем, очень быстро здесь раскрашивала акварелью, без доработки карандашей, без всяких заморочек. Не буду даже, наверное, на недолго останавливаться, просто отдохнула. И что-то у меня здесь было еще. Не знаю, показывала вам эту акулу или нет, но, наверное, все остальное я вам показывала. В общем, если что, еще есть такая акула, тоже очень быстрая работа, не заострять свое внимание. На ботанику среди всего этого добра. Вот он, вот такой у меня пасхальный кролик. Получился он какой-то, не знаю, в общем, цвет мне зелени никогда не нравится, потому что какой-то он всегда вырыли классный. Вот, и нужно, наверное, здесь всегда раскрашивать зелень все-таки полихромосами. И вот такой вот парниша, прячется в кустах, в зарослях. Такой вот тюрморт, не знаю, как это назвать. Такая вот картинка. Ну, в принципе, мне достаточно. Она понравилась. Вот. Наверное, нужно вернуться к ботаникуму и дальше здесь раскрашивать, потому что вот такое количество у меня здесь закладочек. Мне так нравится, когда они пополняются. Это просто потрясающее чувство. Нужно привести в порядок все мои трекеры. И, возможно, даже сделать это вместе с вами на видео. А что еще я могу показать? Не знаю, показывала ли это. Но вот это точно, наверное, не показывала. Вот это мне, в принципе, нравится. Вот здесь нужно что-то сделать с фоном. Но я не могу придумать, что. Вот, потому что тяжело здесь дается фон из-за бумаги. Вот, поэтому даже не могу представить вообще, что здесь можно придумать. Вот, и еще что у меня здесь есть. Вот такую я почти закончила. Но что-то не так у меня пошло с фоном. Я не знаю вообще, что я хотела сделать. Точнее, я понимаю, что я хотела сделать, но... Но нет. Все пошло не так. Все пошло не так, как надо. У меня здесь была еще одна девушка. Давайте же мы ее с вами найдем. Это мне интересно было посмотреть, как колорсофты себя здесь ведут. Ну, как видите, не очень, потому что вот даже вот весной карандаши ложатся не очень хорошо. А вот кожу, кстати, я, по-моему, раскрашивала девушке, наверное, полихромосами, не помню. Ну, в общем, получился интересный результат. А, еще, знаете, я сейчас вспомнила, что у меня здесь есть. Вот, почти закончила. Осталось только кожу и все. Но почему-то я остановилась. Ну, кожу, точнее, цыпленка еще. Ну, вот, как-то так. Много тоже не доделав здесь. Ну, и пошли такие отдыхательные работы. Вот такая вот у меня. Знаете, что надо в какого-то уютный дом. Что-то типа того. Что-то у меня здесь какое-то такое кресло было. В общем, просто я приехала и хотела... Что-то быстро, какой-то результат быстро получить. Girls Fashion Cats. Такая вот девчушка, котюшка, не знаю, как ее назвать. Акварель, пожалуйста. Все прекрасно протекло, естественно. Я другого даже не ожидала. Вот. Но все равно хотела какой-то быстрый акварельный фон. Я вообще не заморачиваюсь, потому что, во-первых, не та книга, во-вторых, здесь по-любому чем-то прикроется. И вот такая девушка, сейчас где вот, тоже не знаю, что делать с фоном. Ну, собственно, как-то и не сильно грущу на этот счет. Вот, хорошо, надо ее побольше включать к себе. Вот какие-то такие условные планы. Угу. В ламах у меня... Что такое? Такая вот одна иллюстрация. Простенькая.
Русалки у меня пошли намного активнее. Поехали смотреть, что у меня здесь. Помадка, все. И это не все. Такая мандала из русалок. Следом у меня такой разворот. Какой-то яркий, с розовыми дельфинами. Затем у меня такой без фона абсолютно простой, быстрый. Простые, быстрые зарисовки. Не знаю, как это было. У меня здесь будет много фломастерных работ, которые не доработаны карандашами, но я хочу в дальнейшем доработать карандашами. То есть серию вот здесь я чуть-чуть доработала, вот здесь еще нет, но, собственно, это все в планах. Вот. Тоже не доделала еще, начала фломастерами раскрашивать. Буду потом дорабатывать. Я как-то повсюду и тут начала. И вот такие девчонки веселые. Так, вроде все. И по номерам, представьте себе, я вообще себе не верю, но я решила купить по номерам себе книгу, надеясь, что я могу, когда у меня не будет времени, подходить и быстро-быстро-быстро чуть-чуть покорябать и пойти бездумно. Но, как оказалось, это невозможно в этой книге не думать, потому что это еще сложнее, чем просто брать и раскрашивать. Самая первая была вот такая неудачная, карандашами, в общем... Ну, я никогда раньше не пробовала, поэтому получилось, что получилось. Такая вот вторая иллюстрация. Сейчас, сейчас. Это я уже маркерами начала пробовать, но как бы все равно, понимаете, да? Как-то все это ужасно выглядит. Еще одну я просто испортила. Я перепутала цвета. И, наверное, здесь я буду перекрывать акрилом, потому что иллюстрация сама здесь классная. И вот такую еще одну закончила. Как-то странно, вот эти все белые пространства, непонятно, что они хотят этим сказать. Вот, ну вот, как-то так. В общем, на этом все. Такие вот у меня результаты за лето, даже еще и за май я вам показала. И я вам скажу, наверное, это маловастенько, потому что книг много, иллюстраций много, а все как-то пролеживается. Вот, пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. Я буду с вами прощаться. Все, всем пока, хорошего настроения.